Re! Viss ēters ir te! Завтра в Латвии под влиянием циклона пройдут сильные ливни в восточной и центральной частях страны. Возможны также грозы. Будет в основном пасмурно. Солнечная погода ожидается в Курземе. Местами возможен туман. Ветер слабый, умеренный северного направления. Температура воздуха ночью понизится до +5, +10 градусов. На востоке до +13. Максимальная температура воздуха днем +9, +19 градусов. Прохладнее будет на побережье и в центральной части страны. В Риге завтра сыро, туман и дождь. Возможен ливень. Ветер слабый, северный, северо-западный, умеренного направления. Температура воздуха ночью и днем составит около +10 градусов.